4, 3, 2, 1. Больше сотни жителей Владивостока проводили 2020 год традиционным костюмированным забегом от бегового клуба «Run DNS Run». На набережной спортивной гавани встретились розовый фламинго, Дед Мороз, Бэтмен, Железный Человек, Йети и другие герои сказок, мультфильмов, комиксов и кино. В 9 утра участники сделали разминку, разогрели мышцы на зарядке чемпионов, а затем пробежали дистанцию на выбор – 1 или 5 километров. Сегодня проводится 6-й ежегодный костюмированный забег, который клуб «Run DNS Run» начал еще очень давно, то есть нас каждый год все больше, это очень радует. Сегодня мы вообще объединились с Приморье за спорт, это крутая команда, нас сейчас тут гораздо больше, нам гораздо веселее и интереснее. К тому же нас поддерживает губернатор, это круто. В спортивном мероприятии принимали участие совершенно разные люди. Школьники, студенты, офисные работники, пенсионеры и даже крупные бизнесмены. За этот год я пробежал почти 4900 километров. Набегал это в рамках подготовки просто к соревнованиям. Я принимаю участие в нем уже третий раз. Как бы нравится, веселье, настроение поднимает. У меня костюм Тоторо японского. Защитника духа леса. Беговой клуб занимается не только популяризацией здорового образа жизни, но и благотворительностью. Приморцы ежегодно преодолевают десятки километров для того, чтобы присоединиться к общему движению, покорить поставленную дистанцию и помочь тем, кто нуждается. Я завершила добрые дела в рамках проекта, который выдвинул клуб. Это донорство. Владмама я помогала детям и Умка помогала животным. А почему вы решили принять участие в забеге? Потому что, во-первых, преодолеть себя, наверное, получить множество положительных эмоций, позитива. Награду за лучший новогодний костюм получили персонажи в образе елки, Йети и исполнителей поп-группы Little Big. Победители были награждены дипломами и подарками от бегового клуба и партнеров мероприятия. Йети у нас приморский, спортивный, поддерживает движения разные, как гонка героев там, ну и в общем за здоровый образ жизни. Сегодня встали в 6 утра, зарядились позитивом, шили всю ночь костюмы. Да, до сих пор не проснулись, но уже забег закончился. Пришли, зарядили всех позитивом, заняли второе место, Run DNS рулит. Да, с наступающим. Вот нас медалька. Новогодний забег – место, где можно получить много положительных эмоций и вдохновения, чтобы поставить личную беговую цель на следующий год. Ведь новогоднее настроение не появляется само, его надо создавать. Алина Черненко, Анна Дьякова, Екатерина Князева, Игорь Болтов. Новости на 8.